думаю, что здесь блестящая организация, поддержка зрителей, эмоции, которые шли от болельщиков, конечно, помогли нашим ребятам. У нас на карте, скажем так, спортивной России появился еще один город, который способен проводить крупные события. Конечно, с огромной благодарностью. Вы сделали все, чтобы еще раз престиж России поднять и показать, что Россия не только Москвой и Питером сильна, что Россия – это многонациональное, большое государство, открытое. Для нас это очень важно.